Обрезка деревьев в городе – процедура необходимая. Ветки обрезают, чтобы не препятствовали движению пешеходов и транспорта, были видны дорожные указатели, не загораживали обзор водителям машин. Стоит отметить, что обрезка не только избавит горожан от разного рода чрезвычайных ситуаций, но и пойдет на пользу самим растениям. Цель проводится эти работы – омолаживание всех деревьев, которые мешают электропроводам. Начали вот эту улицу полностью омолаживать. Сегодня это, мы начали эту улицу омолаживание. Сейчас мы работали в 68-м доме, этот, Грозненская 68, там полностью завершили работу. Сейчас перешли вот на улицу Победы. После этого уже мы будем по всему городу работу вести. Сложность возникает у нас вот этим основной транспортом. Приходится нам закрывать улицы, что нам не мешает транспорт. А такой сложности пока нет. Процедура омолаживания проводится для уменьшения объема кроны, созданию привлекательного внешнего вида и повышению жизнеспособности растений. 24 января по улице Победы две бригады отдела зеленхоза в течение дня проводили работу по омолаживанию деревьев. Для вывоза обрезков было привлечено около 5 единиц спецтехники. В целях эффективности и мобильности работы организации было предварительно перекрыто движение. Постепенно будет переходить на другие улицы в таком же порядке, будет работать на других улицах тоже. После омолаживания они будут красиво расти. Красивый вид будет, свежий, красиво. Потом мы делали, и очень красиво стало. Как объясняют коммунальщики, мероприятия по омолаживанию также проводятся по заявкам и обращениям горожан. В ближайшее время такую же работу предстоит провести по улице Татурбиева. По словам директора МУП «Хазблагоустройство» Абдулкерима Кутбудинова, на 2018 год запланирована масштабная работа по благоустройству и озеленению городских улиц. Для этих целей бюджетом муниципалитета предусмотрено около 10 миллионов рублей. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».